Всем привет, с вами Владимир Калаев. Это видео в далеком, жарком, теплом Таиланде. И сегодня я хочу рассказать вам одну вещь, которая поможет вам заработки в социальных сетях, в интернете и вообще вести проекты и вообще, в принципе, в жизни. Совсем недавно в книге Робина Шармы я прочитал такую важную вещь, и она мне очень понравилась, и я вам сейчас расскажу. Очень часто, когда мы беремся за какой-то большой проект, мы начинаем распылять свое внимание на ВКонтакте, Фейсбуке, почту, проверяем, не пришло ли нам там что-нибудь, а может быть, какая-то интересная новость появилась. И это очень сильно отвлекает. И очень важно уметь концентрировать свое внимание на вот именно той вещи, на которую вы сейчас, над которой вы сейчас работаете. Потому что, сконцентрировавшись, вы берете, делаете, закрываете эту задачу, берете за другую. А если много-много разных мыслей, идей, то, как обычно, вряд ли что-то хорошее получится. Есть множество упражнений, и внимание, и концентрация внимания – это навык, который необходимо встраивать ежедневно. В книге я прочитал, что классное упражнение раз в день, а лучше два раза в день. Просто садитесь где-нибудь в тихий уголок и представляете, что вот вы сейчас вот примерно вот здесь. Вы здесь и чувствуете каждый звук, чувствуете, вот рассматриваете какой-нибудь красивый листочек или камушек, представляете его со всех сторон. 2-3 минуты в день, и вы заметите, как ваше внимание и ваша концентрация на проектах, на делах возрастет многократно. Самое главное, делайте это регулярно для того, чтобы действительно получить эффект. С вами был Владимир Калаев. Подписывайтесь на мой канал YouTube, пишите комментарии, ставьте лайки и до встречи!